где с жучником ходили по этим. Газовая служба, откройте, Паша, пожалуйста, дверь в подъезд. Спасибо. Проверять, проверяли туда, как приходили. Ну, договор, что-то они сказали, чтобы потом заключили, что... Можно мы к вам пройдем на кухню? Ну, пожалуйста, ходите. У вас стоит еще газовое оборудование уже с истекшим сроком эксплуатации. То есть эта колонка была введена еще в момент постройки дома. Ага. То есть вы понимаете, что это уже небезопасно эксплуатировать данное оборудование? Ну, она пока работает нормально, ничего. То самое. Что ее покупать-то? У данной колонки нету автоматики безопасности. Ну, никакой. Это самая примитивная колонка. Раньше у всех не было, у всех такие стояли колонки старые. Что, так и жили люди, господи. По данному адресу в Ясное Поляне механизаторов 2 были высланы уведомления жильцам, у которых отсутствовали договора на техническое обслуживание. Некоторые собственники проявили инициативу, в данном случае договора самостоятельно заключили, придя к нам на Луначарского 28. Ну, как бы показывает практика, это 50% только таких собственников, которые думают о себе, о безопасности. Остальные 50% просто сидят и ждут, когда к ним придут. В данном случае рейд показал, что из 20 квартир, то есть мы попали в одну, то есть и произвели отключение по причине того, что в данном случае у собственника отсутствовал договор на техническое обслуживание и было грубейшее нарушение в эксплуатации газоиспользующего оборудования, это неработающая вентиляция, что является, так сказать, причиной отключения поставки газа без уведомления.